Несколько правил зимнего ухода за кожей. Первое. Зимой лучше отказаться от использования жестких очищающих средств. Наша кожа и так страдает от сухости из-за начала отопительного сезона, из-за смены погодных условий. Не стоит пересушивать ее еще и на этапе очищения. Второе. Использовать больше увлажняющих сывороток, которые, в отличие от кремов, проникают в более глубокие слои кожи и так способствуют удержанию влаги. Третье. Выбирать более густые и питательные крема. Хорошо, если в их состав будут входить компоненты натурального увлажняющего фактора. Они будут защищать нашу кожу и восстанавливать гидролипидный барьер. Четвертое. Также не стоит забывать про состояние кожи тела. Если вы испытываете избыточную сухость, перейдите с использования геля для душа на использование специальных масел для душа, что поможет снизить сухость кожи. И не забывайте про использование специальных масел или увлажняющих кремов для тела. Пятое. Купите увлажнитель воздуха и поставьте его в ту комнату, в которой проводите больше всего времени. Это будет лучшее вложение в красоту и здоровье вашей кожи.